мужчине пытаться предугадать направление женской логики не дано. Я это понял еще в институте, когда мы сдавали историю, и доцент спросил одну мою сокурсницу. Он потом пожалел, но было поздно. Он ее спросил, кто взял Бастилию? Она говорит, а чего вы на меня-то смотрите? Ее величество женская логика, женское обаяние, королева импровизации и просто замечательная женщина. Народная артистка России Клара Новикова! Добрый вечер, здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Вы знаете, я так люблю Юрмалу, я приезжаю, мне здесь всегда хорошо. Погода, непогода, здесь не бывает непогоды. Здесь всегда хорошо. Вы знаете, я сейчас стояла за кулисами, думаю, вот эти первые слова, они так важны, с которыми ты выйдешь на сцену. И я вспомнила анекдот, который мне, может быть, поможет вам сказать свои ощущения. Рефрижератор огромный, везет пингвинов, жара невозможная. Ну, пингвины в холоде, им хорошо, и вдруг что-то случается с машиной, отключается рефрижератор, и задыхаются пингвины. Выскакивает водитель, бежит к милиционеру, говорит, я вас умоляю, пожалуйста, помогите, отвезите пингвинов в зоопарк. Задыхаются они. Милиционер говорит, сейчас попробую. Останавливает машину, сажает двух пингвинов, еще двух в следующую машину. И уже совсем задохшиеся два пингвина, совсем, уже совсем уходящие. И это говорит, умоляю, ну у меня не хватит денег рассчитаться, если они погибнут. Едет тачка, красивая, навороченная, кабриолет. Молодые парни сидят, музыка громыхает. Милиционер останавливает, ребята, прошу, вы все равно развлекайтесь. Отвезите, пожалуйста, двух пингвинов в зоопарк. Ребята согласились, говорят, ничего, шеф, все в порядке. 4 часа проходит. Милиционер видит, возвращается машина, навороченная, с пацанами. Музыка громыхает. Сзади сидят 2 пингвина с мороженым, с шариками. В восторге! Милиционер говорит, подождите, ребята, 1 минуту. Я просил отвезти их в зоопарк. Шеф говорит, не волнуйся. В зоопарке были, в детский театр съездили. Сейчас везу в цирк. Вот для меня Юрмала это 33 удовольствия, понимаете? И цирк, и театр, и мороженое с шариками. Подруги встречаются, одна приходит другой в гости. Ой, Руси, я так рада, что ты ко мне пришла, и Руси, боже мой, мы столько не виделись. Заходи, Руси, ой, боже, сколько же мы с тобой не виделись. Одна я дома, одна. Все разбрелись. Да кто где? Спиногрызы в школе, в институте. А мозгоклюи, ну где? В аптеке за пенсией побежали. Ой, Русик, ты не представляешь, как я живу. Ты не представляешь, как ты красавица. Я, ну как, по хозяйству. Смотри, какие у меня плечи накачанные. Это я, знаешь, что это я капусту в борще мешаю. Ой, Ирка, как я устаю. Ты не представляешь, ты счастлива, у тебя семьи нет. И, Русик, вот ты сварила курицу, поставила ее на стол, она у тебя может остыть, она у тебя может окаменеть. А я тоже, конечно, могу сварить курицу. Я тоже ее поставлю на стол, но для того, чтобы она полчаса постояла на столе, я должна дверь держать под прицелом двустволки. Что? Зина тебя собирается познакомить? А с кем? Вот этот высокий, который у нее... Какой он высокий, я его видела, ты его видела? Я его видела. Какой он высокий, слушай, он житель Шибздикистана. Я тебе говорю, Ирусик, посмотри на себя, ты красавица, ты умница, ты это понимаешь? Что? А ты Зинку давно видела? Ты видела ее? Ее так разнесло, ужас. Она какой-то обратный змей Горыныч. 1 голова, 3 задницы. Это что? Кто тебе сказал, что она замуж собирается? Она? Она тебе сказала, что она 3-й раз замуж выходит? За Степана у нее 3-й? Да ты что, с ума сошла? Степан у нее 3-й?
Да она, Зинка, это же она как спидометр. После 100 000 сбрасывает. Ой, я так... Ой, а кто-то скребется. Мой дурдом сходится домой. Ой, мы дурдом, и Русик, дурдом. Я в нем главврать. Ой, Сережа, сыночек. Ой, Руська, посмотри, пришел из школы. Как в школе дела, скажи маме? Че получил? Трояк. И Русик... У меня Сережка коренной троянец. Иди, мой руки, иди, делай уроки, иди. Нечего тебе здесь уши греть. Все. Видишь, мы с тетей Ирой кофеек пьем. Кофеек. Я предложила с коньячком, говорят, давай без добавки. Пьем вот коньячок. Иди, уже вот рюмашечку кофе выпили. Иди. Ой, кто? Светочка из института. Точечка, заходи, мы тут с Русиком сидим. Посмотри, Светочка, какая красавица у меня. А че это у тебя, Светочка, с лицом, а? Че это такое? Макияж? А такое впечатление, что тебе какой-то художник по лицу акварелью съездил. Ну иди, мой руки, скоро обедать. Иди переодевайся. Ой, Русик, у меня с ними такие проблемы. Сережка, он мне на днях в милицию попал. Из воздушки. Конечно. Да давала я ему ремня, давала ремня. Ну и Русик, ремень, это же какая-то неправильная педагогика. Понимаешь? У ребенка мозги не варят, а ты стимулируешь кровообращение совсем в другом месте. А Светка, вот это же я 3 дня назад не спала ночью. Нету ее. Она пришла и такой скандал устроила. Где ты была? Она говорит, мама, тебе надо его позвонить по мобилке. Я звонила, мне сказали, что ты недоступна. А я в 4 утра в окно выглянула, гляжу, еще как доступна. И Русик, давай выпьем за детей. Ну что у тебя нету, так будет. Ты красавица. И Русик, ты посмотри, ты красавица. Тебе только глаза, он так моргни любой. Чего? Моргнула? И что? Кто послал? Тебя? На 3 буквы? И Русик, из всего только положительные эмоции. Слушай меня, я тебя научу. Послал на 3 буквы. Ну и что? Тебе, собственно, туда и надо. Ну. Иди, Коля, колясик с работы пришел. Колясик, заходи, Русик. Ко мне подружка пришла, видишь, мы сидим, уже по бутылочке кофе выпили. Иди, обиделся, пошел. Тихо, идет сесть. И Руся, вот это я тебе сейчас, как подруге скажу. У меня сколько секса я жду, как конца света. А дата все время переносится. Я сейчас сильно надеюсь на 2012. Ой, Руси, говорят, ночь – время утех. И Русик, у тех, у этих, только не у нас. У него как пузо выросло, все, как отрубило. Все. Он теперь, понимаешь, у него любовь с холодильником. Вот бы он кого вместо меня в кровать положил. Он бы кому нежных слов нашептал. Холодильник. А ты, Ируся, а ты должна понимать, что ты счастливый человек, счастливый. У тебя никто над духом не храпит, не сопит. Счастливая. Ируся, из всего положительно, только положительно, только. Вот я тебе честно скажу. У меня со свекровью, это же знаешь, вот смотри, пиявка только кровь сосет и уже считается полезной. А свекровь меня еще и готовит, и вяжет.
И у меня с ней неважно было. Вот это вначале было... Я тебе скажу, было неважно. Я тебе честно признаюсь. Я даже и билеты в цирк купила. В первый ряд. На представление «Львы без клетки». Я даже ей сапоги сырым мясом натерла. Она живая, и слава Богу! Ой, Русик, тесть у меня тоже хороший. Хороший. Очень. Но как-то разговаривает неразборчиво. Он же раненый в гортани. Так какая война? О чем ты говоришь? Какая война? Просто он 3 раза шампанское зубами на свадьбе открывал. Ой, все время говорит, я брал муданзян. Я говорю, ну что, хорошо, брал муданзян, хорошо, иди вымой руки, Эстя. А вот у моего Кольки с моими родителями, неважно. Вот говорят, любовь – это химия. Мол, обменялись слюной и понеслось. Брехня. Мой Колька с моей мамой уже 100 раз друг другу в рожу плюнули. А любви как не было, так и нет. Ой, Ируся, а то, что ты одна, Ируся, ну послушай меня. Красота. Послушай, я тебе скажу. Вот это когда жара, лето. У тебя кондиционер есть? Нет. А половина кровати всегда прохладная. Все. Ну, чё ты? Давай выпьем, Марюся. Давай, моя подруга, выпьем. Давай выпьем за то, что я счастливая, Марюся. Я такая счастливая. Ой, счастливая я! Русик, вот ты поверь мне, у тебя когда-нибудь все будет хорошо. Ты же моложе меня 7 лет. У тебя еще будет сын, И ты будешь его ругать за тройки. А в душе знать, что нормальный мужик растет. У тебя дочка будет красавица, умница. Ты будешь орать на нее за то, что она целуется на каждом углу с мужиками. А в душе будешь знать, что девка-то красивая, умная. И тебя будет мужик, поверь, не будет. Будет, я тебе говорю. И он обнимет меня за плечи и к себе прислонит и скажет: единственная ты моя. Никогда тебе ни с кем не изменял, единственный. И ты будешь знать, брешь это гад.